Дорогие друзья, в эти дни мы провожаем очень непростой для всех нас 2020 год. Пандемия затронула весь мир и все сферы общественной жизни, изменила привычные уклады, появились необычные формы общения, изменилась сфера услуг, и образование не осталось безучастным. Вызовы коснулись и нашего университета. Этой весной многие планы пришлось изменить и взять курс на дистант и онлайн-обучение. Но в итоге я хочу сказать, что мы справились, что университет достойно ответил на все проблемы. Я благодарен каждому преподавателю, каждому студенту и сотруднику, всем, кто своим ежедневным трудом приносил пользу университету и городу. Мы смогли перейти на дистанционное обучение благодаря опыту наших педагогов и уже готовой информационной инфраструктуре. В онлайне учились все – студенты высшей школы и колледжей, студенты Серебряного университета, дети и взрослые в системе дополнительного образования. В ситуации дистанта оказалась вся система образования, и нам важно было помочь московским педагогам. Силами наших преподавателей и студентов весной создавались тысячи учебных ресурсов для начальной школы. Одновременно мы запустили портал с открытыми онлайн-курсами по психологии, педагогике и другим предметам. А осенью наши студенты стали основными участниками проекта «Учитель на замену», выйдя ассистентами педагогов школы, чтобы поддержать их и помочь сориентироваться в новой, очень непростой для них ситуации. В нашей структуре появился специальный институт, курирующий московскую электронную школу. Его задача – разработать и поддержать обновление содержания образования в условиях теперь уже обыденного электронного обучения. Полностью в онлайне прошла и приемная кампания, и это не сказалось негативно на результате. Мы вновь первые среди педагогических вузов страны по качеству приема со средним баллом ЕГЭ более 85 на бюджет. По этому показателю мы входим в 5% лучших вузов страны. Улучшились показатели научной продуктивности. Наши индексы цитируемости в Scopus и Web of Science также выросли. Студенческая жизнь и традиционные мероприятия также подверглись вызовам дистанта. В онлайн перешли школы кураторов и волонтеров, школа КВН, ежегодный фестиваль «Дружба». В смешанном формате мы отметили наше 25-летие. Появились оригинальные решения, которые станут неотъемлемой частью нашей привычной жизни. Впереди 2021 год. Год, в котором университет обретет новую стратегию на ближайшие 5 лет. Год, который откроет вторые 25 в истории МГПУ. Год, в котором вновь будем доказывать свои лидирующие позиции и достигать еще более амбициозные цели. Дорогие друзья, желаю вам встретить Новый год в семейном кругу, с самыми близкими людьми. С наступающим Новым годом! Здоровья, уверенности и радости от постижения нового, что и есть главное в нашем университете.